имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь ко мне грешным. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня грешникам. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем херувимы, и недостойную, и достойную большего прославления, чем серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, силы честного и творящего креста и святого ангела моего хранителя и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Аминь. Царь Небесный, Утешитель Дух Истинный, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Восстав после сна, пропадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаситель от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце. И открою уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы помилуй нас. И ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнув в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвой Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу.
Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 51. Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя, исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповая на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо перед святыми твоими. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, не делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога перед собою. Вот, Бог прибежище мой, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяние и бедствие посреди его. Посреди его пагуба, обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять его пиять, и он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога.
простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не изведешь их в ров погибели. Кровожадное и коварное не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои достойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и, припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня и ввели в царство Твое вечно. Ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил бесплодных всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими, сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты
истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творение в веки вечные. Аминь. 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 Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного дела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверны, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Георгий, Екатерина, Елена, Сергий, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Якима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей. И всех православных христиан подаем Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силой Твою, дары им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. 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 Упокой, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, даруй им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородица, всегда блаженный, пренепорочный. Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувим, и несравненно славнейшую, нежели Серафим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их
благоговеть пред Тобой, удостоив крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро разумели, усвоили изучаемыми предметы, употреби их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним, во свое спасение. Дай им любовь к Слову Твоему, потому что Ты источник премудрости, Тебе слава возносим всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Молитесь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Самое духовное. Митрополита и сродников, благодетели, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Владыка, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический иноческий чин. И высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающим священникам, если угодно Тебе. Смири власти воинства их, наведи страх на них, и через них сотвори благое церкви Твоей. Умудри их издавать добрые законы, дабы не дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. Косни сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю Вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода зла, греха и непосильных искушений, от нарушения заповедей Твоих святых. И защити жилище наше, Господи, и селение от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Серафима и Владимира обрати. Благослови болящую Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. И пришли добрые жители с детьми, любящим и знающим уставы Твои, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадок, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. Расширь пределы общин, побуди всех на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Екатерину, Валентину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика. И даруй веру истинную Самире, Тимуру. Хвала Тебе, наш Господь. Великая Тебе благодарность, что продляешь нашу жизнь.
Возри на угрозы врагов и на все пакости, какие они творят. Умягчи их сердца, примири их с нами, если угодно тебе, и в судный день не помяни их безумия и лжи. Посети благодетелей наших. Воздай им добром всей жизни и в будущем. Елену, Людмилу, Евгения, Наталью, Обрати, Надежду, Светлану, Юрию, Эдуарда. Найди отступников, возврати их на путь спасения, дай им страх твой святой. Михаила, Николая, Александра, Юлию, и благослови Максима, помилуй. Я от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра. Найди его, Господи, где он? Игоря. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующих, Раису, Льва, Виктора. Святи болящих, дай силу перенести страдания, и пошли им исцеление. Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Татьяну, Татьяну, Алексину, Людмилу, Анну, Александру, Марию. И пошли мне, Господи, исцеление глаза, как угодно тебе. Сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути, и трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Будь милостив ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю тебя, Господи мой, за тот день, в который дал мне веру в тебя. Это дар неба, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Благодарю Тебя, Господи, за все Твои милости, видимые и невидимые. Господи, воздай добром вечности всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен, добрый мой ангел. Благодарю Тебя и за эту ночь. Сколько лет Ты хранил и защищал, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и видеть нуждающихся в нашей помощи и помогать им. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, моли Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми.
Господи, но чтобы мы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие. И апостол Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Косма и Дамиан, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму и Вениамину, дай веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога, на святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков разруши и развей, и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Иоанны. И прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. О, всемогущий Создатель наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий пролитой крови Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву и исполни ее о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Аминь, доброе утро. Аминь, доброе утро. Аминь. Аминь, доброе утро. Аминь, доброе утро.
такая голода? У тебя все заправлено там? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Объединение», том 13, вопрос 2785. Вы всегда говорили, что РПЦЗ ничем не отличается от Московской Патриархии, и ничто не препятствует их объединению. Дать каждому свободу, пусть кто желает, тот и соединяется. Себя к таковым вы никогда не причисляли? Так что же ожидает прихода РПЦЗ в России? И есть ли материалы в интернете по этому, по моему вопросу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я против создания патриаршества. Я за то, чтобы каждая епархия могла действовать совершенно независимо на свое усмотрение. Это можно даже дать для размышления каждому приходу. Более того, каждому христианину. Но в рамках Священного Писания, канонов церкви, законности епископа и священников, преемственно по рукоположению, связанных со Вселенской Церковью. Не было бы избрания патриарха Тихона, не было бы и сергианства в таком масштабе, не было бы единого центра с диктатором-патриархом Сергием, не было бы и всеобщей зараженности экуменизмом, а разве только часть ее. Мы ничего не потеряли в начавшемся процессе по объединению, но на дальнейшее смотрим спокойно. На сей день забот хватает по расширению благовестия о Христе, а решение завтрашних забот не выйдет за рамки сегодняшних. Мы готовим к автономии каждую душу. Опять проклятая неопределенность или немного о психологических механизмах функционирования РПЦЗ. Официального объединения РПЦ-МП и РПЦ-ЗЛ до сих пор нет, а процесс становится для наблюдателей все менее интересным. На предельно пафосных нотах сообщается об очередном важном шаге и так до бесконечности. Но это поверхностное впечатление, будто в процессе больше не осталось никакой интриги. Осталось. И даже две. Нужно только уметь их разглядеть. Одна интрига для значительной части членов РПЦЗЛ, другая для тех, кто наблюдает со стороны. Первая интрига моделируется анекдотом, который, однако, приводится в серьезной книге по психиатрии. Муж следит за женой, чтобы застать ее с любовником. После серии неудач он забирается на дерево перед окном в комнату, где находится жена с любовником. Он все уже почти увидел, но в этот момент они гасят свет. «Опять проклятая неопределенность!» – восклицает муж. В.П. Руднев, «Характеры и расстройство личности», Москва, 2002 год, страница 16. Почти так же восклицают сегодня многие верные своему руководству члены РПЦЗЛ. В качестве следующего шанса заглянуть в окно, они ждут теперь всезарубежного собора.
Для них нынешние события полны напряженной интриги. Но и для наблюдателя со стороны в заключительных аккордах истории РПЦ З остается еще немало поучительного. Судьба РПЦЗ может быть и не так уж интересна сама по себе, но она, безусловно, заслуживает внимания любого человека, интересующегося принципами функционирования религиозных объединений. Семь развеянных мифов РПЦЗЛ. До июньской публикации документов согласительных комиссий в зарубежной среде господствовало несколько пропагандистских мифов, которые теперь разом опровергнуты. Перечислим их по порядку. Первый. Миф о том, будто ближайшей целью переговоров является установление евхаристического общения. Без какого бы то ни было предрешения административной связи РПЦЗЛ и РПЦМП. Простой, в кавычках, зарубежный народ не настолько искушен в дипломатии, чтобы пытаться поставить себя на место РПЦМП и постараться понять, зачем ей это может быть надо. Но для хотя бы слегка знакомого с церковной политикой человека совершенно очевидно, что для РПЦ-МП такое решение было бы дипломатическим поражением. Взамен на признание РПЦЗЛ она для себя не получает ничего. Такой повестки дня на переговорах даже и быть не могло. Если переговорщики от РПЦЗЛ в конце 2004 года что-то такое выдумали, что вполне очевидно, зачем? Обман паствы и очень грубый. Цель обмана – приучить паству к самому факту переговоров и тем самым сбить волну протеста. Это наименее интересный из зарубежных мифов. Следствием его будет еще более сильное разочарование паствы в своих иерархах и, соответственно, еще большее безразличие паствы каким бы то ни было иерархам. Тем легче будет для этой паствы интегрироваться в РПЦ-МП. Второе. Миф о том, будто объединение произойдет на основе осуждения экуменизма. Действительно, среди документов комиссии есть один, который так и называется «Об отношении православной церкви к инославным вероисповеданиям и межконфессиональным организациям». В нем декларируется теоретическое осуждение теории ветвей. А декларируется ли в нем осуждение современной практики экуменизма? В зарубежной церкви отказ от экуменизма традиционно связывался с выходом из Всемирного совета церквей. Но документ прямо говорит, что такого выхода не предполагается. Тогда, может быть, там сказано, что, по крайней мере, не будет совместных молитв с еретиками. Но по этому поводу сказано только следующее. Православная церковь исключает всякую возможность литургического общения с неправославными. В частности, представляется недопустимым участие православных в литургических действиях, связанных с так называемыми экуменическими или межконфессиональными богослужениями. В целом же формы взаимодействия с инославием церковь должна определять на соборной основе, исходя из своего вероучения, канонической дисциплины и церковной целесообразности. Кавычки закрыты. Вряд ли за этим можно вычитать прямой запрет совместных молитв, на котором настаивают апостольские правила. Более того,
скандальное решение архиерейского собора РПЦ-МП 1994 года, оставляющее решение молитв с еретиками, введение епархиального архиереи, в документе не упомянуто, и, следовательно, отмена его не планируется. Третье. Миф о том, что объединение произойдет на основе осуждения сергианства. До июня 2005 года даже в РПЦЗЛ считали, что осуждение сергианства предполагает по меньшей мере ясно выраженное убеждение в том, что митрополит Сергий, подчинивший веренную ему церковную организацию тотальному контролю безбожников, действовал неправильно. Эти действия и предполагалось осудить, тогда как анафематствование Сергия в среде зарубежной церкви никто и не требовал. Сторонние наблюдатели не разделяли такого оптимизма рядовых членов РПЦЗЛ. Они понимали, что для РПЦ-МП фигура основателя Московской патриархии, митрополита и с 1943 года патриарха Сергия знаковая, за которой в РПЦ-МП никогда не признают какого-либо фундаментального заблуждения. Действительность, сформулированная в комментариях к документу об отношениях церкви и государства, превзошла все самые смелые ожидания. О знаменитой декларации митрополита Сергия там было сказано следующее. Цитата. «Критическая оценка упомянутого документа не означает осуждение святейшего патриарха Сергия, не выражает желание омрачить его образ и умолить подвиг его первосвятительского служения в тяжелейшие годы существования церкви в Советском Союзе. Подвиг его первосвятительского служения. Эта фразеология уместна едва ли не при канонизации. Сейчас мы только мимоходом можем отметить этот примечательный факт. Но отметим хотя бы так. Именно переговоры с РПЦЗЛ впервые дали повод заговорить о прославлении основателя Московской Патриархии во святых. Эта идея не нова, но раньше она высказывалась очень робко. Например, в 1997 году Синодальная комиссия по канонизации РПЦ-МП рассматривала, не придавая огласке, возможность одновременной канонизации Сергия и митрополита Иосифа Петроградского, главы катакомбной церкви, которая Сергия отвергала. Теперь впервые открывается перспектива канонизации Сергия одного, как единственного победителя, избравшего единственно правильный путь и создавшего единственно правильную Московскую Патриархию. Для окончательного торжества Московской Патриархии такая канонизация Сергия более чем желательна. Она даже едва ли не необходима. И теперь, наконец, препятствий на пути к ней не осталось. Не будем удивляться, если ближайшие годы принесут нам рассказы о чудесах исцелений на могиле святейшего патриарха Сергия. Четвертое. Миф о церковной автономии РПЦЗЛ после объединения. Тут кто-то, может быть, спохватится. Но почему даже автономия – миф, когда о ней ясно говорится в документах комиссии? Миф она потому, что независимо от конкретных рычагов управления зарубежными приходами, приводить эти рычаги в движение будет сильнейший, то есть Москва и только Москва. Это было понятно заранее и без всяких комиссий. Миф она потому, что независимо от конкретных рычагов управления зарубежными приходами, приводить эти рычаги в движение будет сильнейший,
то есть Москва и только Москва. Это было понятно заранее и без всяких комиссий. Но комиссии все-таки и в этом вопросе сочинили нечто интересное. Цитата. Комиссии признали, что восстановление полного единства организационных структур Русской Православной Церкви за пределами ее канонической территории является желанной целью, к которой следует стремиться. Однако необходимо принимать во внимание исторически сложившиеся реальности, обусловленные длительным разделением. Поэтому в дальнейшем устроении жизни единой русской церкви необходимо применять подобающую экономию и пастырскую осмотрительность, постепенно развивая пастырское взаимодействие в странах русского рассеяния. Кавычки закрыты. О совместной работе комиссии Московского патриархата и Русской зарубежной церкви. Зачем было бы упоминать об этом протоколе о намерениях? Цель – восстановления полного единства организационных структур. То есть упразднение даже видимости, даже одного названия автономии для РПЦЗ. Не слишком ли рано? Если решили упоминать, значит, не слишком рано, в самый раз. Значит, процесс предполагается повести достаточно быстро, чтобы нынешние протоколы о намерениях послужили бы заодно и для второй серии объединения, когда совместных комиссий уже и не будет. Упомянем еще три мифа, менее важных, но также опровергнутых в только что процитированном документе о совместной работе комиссии. Пятое. Кто-то в РПЦЗЛ искренне считал, что объединительный собор РПЦМП и РПЦЗЛ будет подвергать критическому разбору деятельность обеих церковных организаций и заново выберет патриарха. В РПЦЗЛ до сих пор действует постановление собора РПЦ 1990 года, отвергающее каноничность избрания патриархом Алексия II. Подумать, будто иерархи РПЦМП станут отчитываться перед несколькими зарубежными иерархами, могли только очень наивные люди. Шестое и седьмое. Многие, а не кто-то в РПЦЗЛ считали, что при объединении не будет возможно предательство греческих, болгарских и румынских старостильников в общении, с которыми РПЦЗ состояла с 1994 года, а также российских приходов РПЦЗ. Но все в том же документе о совместной работе комиссии мы видим уже и формальное отмежевание от старостильников, а также отсутствие каких-либо гарантий для российских приходов РПЦЗЛ. Относительно последних теперь уже ясно, что как-либо защищать их права архиереи РПЦЗЛ не собираются. Итак, семь мифов об объединении, бытовавшие в РПЦЗЛ, опровергнуты. Тут самое время сказать: мифы умерли, да здравствуют мифы. Разумеется, новые мифы. Новые мифы, которые всегда лучше старых. Зарубежную паству РПЦЗЛ не очень волнуют российские приходы и почти совсем не волнуют старостильники. Претензий на перевыборы патриарха Алексия там тоже нет. После паузы в несколько месяцев там теперь легко смиряются и с ускоренным решением вопросов об административном подчинении, неизбежно влекущим и передачу имущества.
Для оправдания всего этого можно обойтись без мифотворчества. А вот для оправдания сергианства и экуменизма без мифов обойтись нельзя. Сказать о правде, особой идиосинкризации к экуменизму в зарубежной церкви никогда и не было. За исключением 20-летия с 1965 по 1985 год при ее третьем первоиерархии митрополите Филарете. После 1985 года термин «экуменизм» встречался, пожалуй, только в одном контексте в качестве жупила против РПЦ-МП. Выключай. Поэтому относительно экуменизма мифотворчество требовалось минимальное. Надо было только заставить не замечать, в чем митрополит Филарет отличался от своих предшественников Антония и Анастасия, и заставить забыть, в чем состоял смысл анафемы против экуменизма, принятой собором РПЦЗ 1983 года. Уже в конце 1986 года никто иной, как ныне смещенный первый иерарх митрополит Виталий в своем рождественском послании, выступил с дотоле неслыханным толкованием этой анафемы, как имеющей значение, цитата, «только для нашей церкви», то есть только для чад РПЦЗ. Мол, если есть какие-то такие диковинные звери-экуменисты внутри РПЦЗ, то им анафема. В ответ звери дружно сказали, что их нет. Так что относительно экуменизма работали долго и планомерно, пользуясь заведомой некомпетентностью митрополита Виталия в качестве первоиерарха еще тогда, когда он возглавлял не расколовшуюся РПЦЗ. С сергианством все вышло более неловко. До постановления согласительных комиссий никто в РПЦЗЛ так и не позаботился о создании нового имиджа святейшего патриарха Сергия. Однако сразу после июньской публикации об этом не без успеха позаботился один из членов согласительной комиссии со стороны РПЦЗЛ, протоиерей Александр Лебедев. Оказалось, как водится, что зарубежная церковь всегда почитала подвиг Сергия. Так, в официальном послании собора епископов РПЦЗ 1933 года, составленном архиепископом, будущим митрополитом и первоиерархом РПЦЗ Анастасием и подписанным основателем РПЦЗ и ее тогдашним главой митрополитом Антонием, было сказано буквально следующее. Цитата. «Мы полностью принимаем во внимание чрезвычайные трудности положения митрополита Сергия, который сейчас фактически является главой церкви в России. И мы осознаем лежащее на нем тяжкое бремя ответственности за ее судьбу. Поэтому ни у кого не хватит духа осудить его за простую попытку вступить в диалог с советским режимом, чтобы узаконить церковь в России». Конец цитаты. А основатель Джорданвильского монастыря и ближайший ученик митрополита Антония, архиепископ Виталий Максименко, в 1940-е годы писал о своем глубоком поклоне перед подвигом патриарха Сергия. Причем его слова не раз перепечатывались в РПЦЗ. В чем тут нельзя обвинить протоиерея А. Лебедева, так это в прямой лжи. Те, кто изучал историю РПЦЗ,
не для сиюминутных идеологических нужд, а хоть сколько-нибудь беспристрастно, не сомневается, что найти там можно буквально все, причем сказанным из уст ее первых лиц. Да и на самом деле, как нужно напрячь воображение, чтобы представить себе митрополитов Антония и Анастасия, если бы они остались в России, не с близкими им по духу и воспитанию митрополитами Арсением Стадницким, самым маститым архиереем тех времен, и Сергием Строгородским, а каким-то маргинальным митрополитом Иосифом. И разве не по-сергиански они повели себя в отношении к гонимым греческим старостильникам, которые тщетно и при митрополите Антонии и при митрополите Анастасии пытались обратиться к РПЦЗ для восстановления иерархии? Разве не поддерживали оба этих митрополита официальную Элладскую церковь против ее тогдашних катагомбников-старостильников? У тех, кто руководит нынешними процессами в РПЦЗЛ, включая того же протоиерея А. Лебедева, безошибочное чувство стиля, унаследованное от всех поколений РПЦЗ. И это чувство им говорит, что место церкви в мейнстриме, а не среди аутсайдеров. Раньше за рубежом РПЦЗ всегда и была в мейнстриме, а теперь нет. И поэтому она должна сделать все возможное, чтобы вернуться в мейнстрим хотя бы и ценой своего поглощения патриархии. И даже страшно сказать, ценой лишения имущества. Для рядового члена РПЦЗЛ эти напоминания протоиерея А. Лебедева были сначала шоком. А потом, уже через пару дней, они стали восприниматься как что-то общеизвестное. Вот это и подлежит психологическому объяснению. Почему история РПЦЗ так часто переписывалась, а никто этого не замечал, то есть не обращал внимания? Почему нескольких дней достаточно, чтобы уже сейчас переписать ее заново в самых, казалось бы, дорогих сердцу любого зарубежника пунктов. Ведь что могло быть дороже сердцу идейного зарубежника, чем сергианство, в котором он обличал РПЦ МП и заодно всех, кто попадался под горячую руку? Распад РПЦЗ как обсессивно-исторического невротизация. Вернемся теперь к началу нашего обзора, к рассказанному там анекдоту. Муж, который вновь столкнулся с проклятой неопределенностью, и который так напоминает нам, членов РПЦЗЛ, ожидающих теперь решений Всезарубежного собора, как будто эти решения могут сказать что-то новое. Это человек, страдающий неврозом навязчивости, обсессии. Он сверхпунктуален и очень легко дает себя обмануть в силу той же пунктуальности, которая не позволяет ему констатировать обман, пока не получены какие-то сверхочевидные доказательства. Такие люди часто оказываются мужьями истеричек, женщин, способных постоянно и вдохновенно врать, или точнее, не способных не врать. Истеричная акцентуация личности, а также соответствующий невроз, не менее свойственны и мужчинам. На истериков часто обижаются за вранье, не понимая, что они даже когда врут, в сущности, не так уж и врут. Так, Сергей, ты тут целое предложение пропустил. Для того, начни отсюда. Я еще до сюда не дошел, до этого для того, вот здесь внизу второе предложение. Ну, значит, зачем кверху-то полез? Вот,
для того, чтобы сознательно... Я вот здесь вот остановился, да только что, вроде, это я еще не начал читать. Ну, ладно, выше там. Я слежу за ним, предложение одно выкину. Для того, чтобы сознательно врать, нужно четко представлять себе грань между правдой и ложью. А особенность истерика такова, что он фактически не способен представить себе четкую грань между чем бы то ни было. Для него коридор честной лжи, поэтому весьма широк. РПЦЗ, как правило, управлялась в таком историческом дискурсе. Из сравнительно недавнего история... Не историческом, а истерика. Истерическом. Для него коридор честной лжи, поэтому весьма широк. РПЦЗ, как правило, управлялась в таком истерическом дискурсе. Из сравнительно недавнего история с анафемой экуменизму. В 1984 году будущий митрополит Виталий комментирует ее традиционно, а уже в 1986 году, так как мы пересказывали выше, и каждый раз как будто бы так и надо. Истерический дискурс – это не только дефекты, но и привлекательные стороны РПЦЗ. Без него была бы невозможна привлекательная своей яркостью мифология русскости. Жандарвиль в лучах заходящего солнца, водочка-селедочка, белая церковь и иные особенно приятные сердцу русского эмигранта слова – то, чего особенно хочется на чужбине. Однако, для управления церковной организацией исторического дискурса недостаточно. Он хорош, чтобы удерживать хорошую паству, в которой западная немецкая корректность и точность русской аристократии. Сергей, Оля машет руками, ты не видишь. Ты опять считаешь исторического, истерического дискурса. Угу. Благодарю. Однако для управления церковной организацией истерического дискурса недостаточно. Он хорош, чтобы удерживать хорошую паству, в которой западная немецкая корректность и точность русской аристократии граничит с неврозом обсессии. Как бывает прочен брак истерички с обсессивным субъектом. Но он недостаточен для управления. Управление в таких случаях происходит извне. Его главным механизмом являются жесткие внешние рамки. РПЦЗ и существовала всегда, до последнего времени, в жестких внешних рамках. Сначала для группы русских эмигрантов, ожидающих возвращения на родину, потом, после войны, в качестве церкви русской и антисоветской. Но в 1990-е годы эти внешние рамки исчезли, и РПЦЗ потеряла форму. Ведь форма у нее была не своя, а наложенная извне. В Московской патриархии такие вещи чувствуют рефлекторно. За последние 15 лет выходцы из РПЦ-МП настолько преуспели в обволакивании зарубежных приходов, что сейчас уже фактически создали для нее новую форму. Форму зарубежной части РПЦ-МП. И никакого другого будущего у РПЦЗ быть не может. Не надо тут хвалить мудрость отдела внешних церковных связей РПЦ-МП, как будто они сломили РПЦЗ с помощью какого-то психологического оружия. РПЦЗ разложилась сама. А если РПЦ-МП тут и надо за что-то хвалить,
Так это лишь за хозяйственность, за то, что она постаралась утилизировать останки РПЦЗ раньше их окончательного гниения. Хотя, в общем-то, эти останки не были РПЦ-МП критически важны. Она сделала шаг доброй воли, красиво оформив бесхозное имущество. А что можно посоветовать членам РПЦЗЛ, которых не устраивает перспектива жизни в Московской Патриархии? Очевидно, нужно признать свою неправоту перед митрополитом Виталием, которого сместили в 2001 году путем интриги, и признать таки его знаменем первоиерарха. Не надо смотреть на то, что эта церковь сейчас слаба и имеет непрезентабельный вид. Она может измениться в зависимости от того, кто туда придет. Не надо смотреть и на то, что будущее этой церкви туманно в перспективе неизбежной кончины 95-летнего митрополита Виталия. В оставшееся время она еще сможет послужить школой для совместной работы и сплочения сил. РПЦЗВ, ведь по большому счету, главное не митрополит Виталий, а преемство идеи. Иеромонах Григорий, эдитор собака портал defiscredo.ru. Произошло разделение единого царства Соломонова на два. И законный, но скудоумный наследник мудрого отца Роваам собрался войной соединить уже состоявшийся распад страны. Внезапно же получил иную инструкцию от Иеговы. Третье царство, 12:24. «Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня, и пошли назад по слову Господню». Наши общины трудятся в благовестии, и на эту возню по объединению смотрят сторонне. Нас это нисколько не трогает пока, да и нет времени на деятельную реакцию. Лука 9:60. Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». 1 Коринфянам 4:3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Вседышащие славят Иегову, Творца, Зиждителя, Спасителя и Бога. Мы не знали бы, когда б не Божье Слово, святая истина, о чем же спорить вроде? Жук колорадский нам не угодил, преступник, полосатый иностранец. Но он грызет по мере вредных сил, мы с нашей химией отравленные в сраме. Что моль и мыши по сравнению с ним, наш огород отныне поле боя. Бюджет наш скуден, но жуку плесни, дабы не уточнели мы, как для убоя. Так сколько же в той армии врагов, страшнее сказочных драконов без приплода, количество зависит от грехов, о чем нам в Библии рассказано подробно. Обмен веществ и есть дыхание тоже, пусть не по-нашему, с азотом, кислородом, но дышим же и мы промытой кожей, когда не испаряем к Богу ропот.
То шершень, то паут или комар напомнят нам о бренности, бессилье. Не дышащие мы, вот в чем кошмар. Выходит, не они, а мы взбесились. От дышащей напасти чуть дышу. К спаси и сохрани, нашел тропинку. Поводырем, быть может, стал мне жук. И, отче наш, читаем без запинки. Все дышащее значит обо мне. Псалтирь Давида строчки посвящает. Днем наяву, но жизнь как бы во сне. Клоп побуждает бодрствовать ночами. По мере сил давлю под мертвый ноготь. Возможны ли другие варианты? В реестр победы сколько ж их накопим, пока на аллилую перекуем клич бранный. 20 июля 2005 год. Игнатий Лапкин. Показывает, что они ничего не понимали. А я там был, видел это все. Я им все это говорил. Вы ничем не отличаетесь, я говорю. Даже благовестие, у меня тут полное погружение к Христу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема объединения, том 13, вопрос 2786. Созданы были согласительные комиссии по объединению патриархии с зарубежной частью православной русской церкви. Но что-то мало печатают о том материалов. В какой стадии их работа и можно ли уже понять, к чему они приводят людей? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Лукавство и ложь были плодом деятельности митрополита Сергия. Предательство и разрушение церкви таковыми и остались сергианские заповеди до сего дня. Совершенно бездуховные решения, беспокаянные, бесстрашные и кощунственные. Вот уж где поистине молчанием предается Бог. Далее из интернета, цитата. В частности, следует отметить, что еще до начала работы комиссии на самом высоком уровне было совместно решено, чтобы они не углублялись в исторический анализ, а предоставляли исторические оценки историкам-специалистам. Также было совместно решено не выступать осудительно по отношению к личностям, но стремиться к церковному осмыслению определенных подходов к реальностям жизни церкви в условиях гонений, и в частности к существованию ее при тоталитарных режимах. В связи с этим предлагается при вступлении в действие упомянутого акта объявить утратившими силу все ранее изданные акты, препятствовавшие полноте канонического общения. Кроме того, по вопросу об отношениях церкви и государства разъясняется, что основы социальной концепции Русской Православной Церкви, утвержденные архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году, принимаются и Русской Зарубежной Церковью в качестве документа, верно отражающего учение Церкви о ее взаимоотношениях с государством и обществом. Документы отдельных иерархов и
органов церковной власти, возникшие в период существования церкви в условиях враждебных ей тоталитарных режимов, как в Отечестве, так и в зарубежье, и не выражающие подлинного голоса Церкви Христовой, признаются утратившими силу и недействительными. Продиктованные чрезвычайными обстоятельствами, они не могут рассматриваться в качестве нормы церковного понимания. К числу воспринимаемых таким образом документов относятся, например, послания к пастырям и пастве, так называемая декларация 1927 года и пасхальное послание первоиерарха Русской зарубежной церкви 1942 года. В том же духе экономии и пастырской осмотрительности комиссии предлагают действовать при выработке канонически правомерного решения вопроса о существующих сегодня епархиях и приходах Русской зарубежной церкви на канонической территории Московского патриархата. Православная церковь, будучи столпом и утверждением истины, 1 Тимофея 3:15, полностью и без каких-либо погрешностей сохранила учение, преподанное Христом Спасителем своим ученикам. Церковь призвана оказывать духовное влияние на государство и его граждан, свидетельствуя о Христе, защищая нравственные устои общества. Декларация была написана под беспрецедентным нажимом со стороны богоборческой власти, угрожавшей полным пресечением всех легальных форм церковной жизни. Об этом святейший патриарх Московский, вся Руси Алексий II сказал еще в 1991 году. Сегодня мы можем сказать, что неправда замешана в декларации. Декларация ставила своей целью поставить церковь в правильное отношение к советскому правительству. Но эти отношения, а в декларации они ясно обрисовываются как подчинение церкви интересам государственной политики, как раз не являются правильными с точки зрения церкви. Четвертое. Политика митрополита Сергия способствовала воссозданию церковной жизни во время и после Второй мировой войны. Действия митрополита Сергия, которые вызывали и вызывают так много споров, были, несомненно, продиктованы поиском путей сохранения церковной жизни в наступившей переломной эпохе, в небывало тяжелых условиях. Трагедия митрополита Сергия заключается в том, что он пытался, цитата, «под честное слово» договориться с преступниками, дорвавшимся до власти. Вместе с тем, критическая оценка упомянутого документа не означает осуждение святейшего патриарха Сергия, не выражает желания омрачить его образ и умалить подвиг его первосвятительского служения в тяжелейшие годы существования церкви в Советском Союзе. Иеремия 8:12. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. Михея 3:7. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. Галатам 6:12. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Во славу Христа!
Слушай. Гремело и сверкало с полуночи. Казалось, выжжет землю до утра. Но утром сад встречал умытым, сочным. Блестели листья, темная кора. За преступление не раз мой воротник трещал, и пуговицы сыпались горохом. Когда не в эту степь поворотил, сжималась внутренность, заслышав гнева грохот. И опрокидывались стойбища столы, от пресыщения в блевотине утопших вставали призраки обещанной смолы, внезапной революции пригоршей. Зигзаги молний полыхают рядом, слепились судорожно для знамения пальцы, в раз без защиты стал и без ограды, быть независимым, увы, не состоялся. И хорошо, что грозы временами крошат и рушат тишину рутины. Реально видится, что Иегова с нами. Вода, закисшая в поход, рванулась длинный. Приятно на рассвете обозреть, подбить итог разгневанной стихии, пообещать не прикасаться впредь пробиркам с кислотою химии. Молитвою заполним тишину, насыщенный озоном утро сумрак, ценнее пряники, когда прошелся кнут. Бог крепости упрямства покоряет штурмом. Библейская история полна гремящих ужасов, пронесшихся когда-то. После грозы накрыла их волна, остались лишь сомнительные даты. Вновь сполохи тревожат горизонт, и спелый гром оглохшим на подмогу. Тропить свой путь до храма есть резон, всегда с любовью, а не по погоде. 10 июля 2005 год. Игнатий Лапкин. Тропить свой путь до храма есть резон. Писать тебе. Сколько слов, которые вообще не подвигают поэта. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 14. Вопрос 2826. О соединении с Московской Патриархией. Мне Евангелие от Матфея 8:24-26 о буре на море говорит, что мы молимся каждый день о том, чтобы Слово Божие нашло место в сердцах людей, а оно положено в основу ваших книг. Значит, к этому соединению надо относиться как к ответу на молитву, чтобы и нас Господь не назвал боязливыми и маловерными. Если вы пойдете в плен, то и я с вами. Далее из 26 стиха читаем, Матфея 28:26, и говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и соделалась великая тишина. Эти стихи прямо о нашем сегодняшнем положении. Но Господь обещает нам, Матфея 18:20,
Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Нина. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы моя слушательница, и здесь нет вопроса, так как это мое научение. Повторяю, мы категорически против объединения, так как Московская Патриархия не принесла покаяния ни в одном своем грехе. Священники лютуют против нас и наших книг. Пока идем в плен, а дальше видно будет. Уйти от них никогда не поздно, ибо в ушах верных всегда звучит голос. Откровение 18:4. И услышал я иной голос с неба говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Иеремия 51:6. «Бегите, бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа». Он воздает ему воздаяние. Беспрецедентные случаи, говорят, указывая рожу сына наглеца. Их пожалели раз, теперь несут подряд, повырубит весь молодняк в лесах. А было раз, всего лишь только раз, пруд подарил любезному папаше, чтоб отпрыска учил, он сын, а не сураз. Теперь той отраслью по двум холмам и пашут. Успех был очевиден, зримо виден, не только матери, соседям, но и в школе. Конечно, первопутком и обидел. Но это только раз, всего лишь раз, не более. Теперь, как шелковый на тонкой паутинке, придет и ткет, и научился шить, а с послушанием и спит почти в обнимку, залез к утюну, нам вместе с сыном жить. Премудрый, но и строгий Соломон нас учит тратиться на розги, не жалея, иначе дом наполнит только стон, пронаркоманит отрок и рукава жилетки. Собачился, куражился с отцом, и слезы матери не ставил и в копейку. Теперь впервые в доме ночью сон, мудрец нас научил. Дитяти, не жалейте, то дерево благословений полно, творится правда от ветвей плодов, кропит пусть небо дерева в околке. Создателю хвалу день и ночь курить готов. Теперь и внуков привожу сюда с экскурсией к развесистой березе. Пропарка помогла, и схлынула беда, уже насевшая на отрока серьезно. Мы прецедент создать и не старались, с молитвой и без гнева к Библии склонились. На тело даже только нижний Не тело даже, только нижний ракурс. И низвели на все Христову милость. 13 ноября 2005 года. Игнатий Лапкин. Ну, Сергей-то не поднимает многого, читает так. Виталий тут всегда спрашивает. Каждую строчку перебирал. Ну, что такое ракурс, он, допустим, не знает. Я вижу, как он спотыкается на словах. Видишь, как вот
поручили сыном, а теперь в той березе водит, внукам показывает. Вот где лекарства убрали для вашего отца. А он растет, стоит тут рядом, улыбается. Да, я был такой-то, я из дома тут все тащил уже. А вот меня тут крутом-то крестный мой подарил. Ну, отец, мать говорит, иди отсюда, а то тебе попадет. И мать в сторону ушла. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема объединения, том 14, вопрос 2850. Как же так? Готовиться к объединению с теми, кто нас люто ненавидит. Почему мнение наше епископ не учитывает? Может, мы и не пойдем на это? Без меня меня женили. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В данном случае у вас нет полной информации. Как раз наш епископ Евтихий прислал бумагу, в которой записано «Циркулярное оповещение 23 ноября 2005 года в 9 утра в воскресной школе при Богоявленском соборе города Ишима состоится епархиальное собрание Ишимско-Сибирской епархии». Повестка дня собрания. Первое. Выборы делегатов на всезарубежный собор, который состоится в Сан-Франциско 6 мая 2006 года. Второе. Обсуждение современного положения церкви и перспектива дальнейшего существования приходов зарубежной церкви в России в свете последних документов по переговорам с Московской патриархией. В связи с этим всем клирикам Ишимско-Сибирской епархии следует по необходимости перенести службу святому архистратигу Божию Михаилу с понедельника 21 ноября на воскресенье 20 ноября, провести в период до собрания приходские собрания и получить наказы прихожан по второму пункту повестки епархиального собрания. Прибыть на собрание, имея при себе копии всех документов личного дела. Сообщить о своем приезде не позднее 20 ноября 2005 года. Если кто-либо из клириков пожелает прибыть с сопровождающими лицами из числа мирян, просьба согласовать это заранее со старостой Богоявленского собора Петром Николаевичем Стояновым по телефону 34-551, код 2-37-67-2-19-27, епископ Евтихий. У нас уже было собрание по этому вопросу, и мы высказались, кто желал. Если вы член нашей общины, то можете написать письменно, подать мне и даже можете заявить о своем желании поехать на собрание с батюшкой. Вот и протокол собрания. Протокол общего собрания Крестовоздвиженской общины города Барнаула от 6 ноября 2005 года, номер 35, город Барнаул. Присутствовали отец Иоаким Лапкин, настоятель общины, члены общины, всего 63 человека. Повестка дня. Обсуждение наказов прихожан общины, представляемых на епархиальное собрание, назначенное на 23 ноября 2005 года. Слушали отца Иоакима. Отец Иоаким ознакомил собрание с повесткой епархиального собрания. Первое. Выборы делегатов на Всезарубежный собор 6 мая 2006 года. Второе. О существовании приходов РПЦЗ в случае объединения СМП. Третье. Каноническое положение клириков РПЦЗ. В данном приглашении епископ Евтихий предложил прихожанам высказать свои наказы и предложения. Отец Иоаким напомнил, как появились на территории России приходы, находящиеся под юрисдикцией РПЦЗ.
Причиной перехода из МП в РПЦЗ служила невозможность вести каноническую жизнь, крестить полным погружением, вести беседы с прихожанами. Все хозяйственные вопросы решал староста, а ведущий себя неблагоговейно в отношении церковных святынь. Но все идет к тому, что объединение МП и РПЦЗ неизбежно. Если наша община не подчинится, мы останемся без епископа. Слушали диакона Александра Загуляева. Против объединения, но без епископа оставаться нельзя. Высказал мнение о неканоничности МП и что МП должна принести покаяние, так как она результаты деятельности митрополита Сергия Строгородского. Слушали чтеца Севастьяна Бауэра. Формальных препятствий к объединению нет. Канонизация царственных мучеников произошла. В экуменическом движении они принимают участие якобы как наблюдатели. Как в Московской патриархии, так и в РПЦЗ многое зависит от священника. Необходимо поставить условия, чтобы не было влияния на наш устав, особенно в отношении членства и дисциплины. Слушали старосту общины чтеца Игнатия Тихоновича Лапкина. Рукоположение в Московской патриархии сохранено. Благодати мы от нее не отнимаем, но Московская патриархия продолжает участвовать в экуменическом движении. Покаяние в сотрудничестве с безбожными властями не принесено ею. Готовят канонизацию Сергия Строгородского. У них нарушается 413 канонов, поэтому добровольно на объединение мы не пойдем. Я за объединение, но на основе истины по Библии, во Христе. У нас уникальное положение. У нас есть юридическая регистрация, есть дом, в котором мы молимся, частная собственность. Мы пока недосягаемы для МП. Я несколько раз в день молюсь об этом и все больше прихожу к мысли, что это объединение для нас как Вавилонский плен для евреев. Мы также будем продолжать трудиться. Господь, может быть, открывает нам новую дверь поприща. Это может быть Божьим благословением для нас, что мы сможем проповедовать среди прихожан Московской Патриархии уже как свои. Но мы всегда будем их зубной болью. Мы плененные, и мы можем уступить в том, что не влияет на спасение. А уйти нам от беззаконников никогда не поздно. Четвертый год уже говорится об объединении, а мы все эти годы работали, и сколько сделано только за наши книги, на наши книги посмотрите. Раньше времени не нужно на себя веревку намыливать. А патриарха я и так поминаю в домашних молитвах. Соединяться мы совершенно не хотим. Но и бояться того, чтобы не соединяться, не будем. Надо поставить условия. Убрать с поста всех сотрудничавших с безбожными властями. Наш устав сохранить. Заявление о принятии нас к ним мы писать не будем. На епархиальное собрание ехать не хочу. Поеду только в том случае, если не поедет отец Иоаким. Слушали чтеца Игоря Дебунова. Мы ходим с проповедью по городу, по квартирам. В случае объединения, возможно, на нас жалобы. Предлагаю, чтобы эти жалобы рассматривал всегда только епископ Евтихий. Слушали члена Церковно-приходского совета Наталью Приходько. Московская патриархия будет стараться нас выдавливать. Могут изменить законы в свою сторону. Даже могут покуситься на жизнь нашего епископа.
Предлагаю попросить епископа Евтихия с другим епископом тайно рукоположить запасного епископа, деятельность которого будет возможна в случае потери нами епископа Евтихия. В результате обсуждения выработана следующая позиция и представлены такие наказы. Первое. Наша община выступает однозначно и категорически против объединения Московской Патриархии РПЦЗ, так как по сей день МП не принесено покаяние в сотрудничестве с безбожными властями и по сей день служат священнослужители, повинные в этом. Московская Патриархия продолжает участвовать в экуменическом движении. До сих пор в МП нарушается умышленно и повседневно 413 канонов из 719 действующих, то есть 57%. Но рукоположение в Московской Патриархии сохранено. Благодати мы от них не отнимаем, а без епископа мы остаться не можем, так как в этом случае выродимся в секту. Пойдем на объединение, как евреи шли на вавилонский плен, понимая, что Господь открывает нам дверь нового поприща. Второе. Наше требование – сохранение нашего устава, особенно в отношении членства и дисциплины. Третье. Наша просьба к епископу Евтихию тайно рукоположить другого епископа, деятельность которого станет возможна в случае насильственной потери нами епископа Евтихия. Настоятель общины, отец Иоаким Лапкин, секретарь Марина Геннадьевна Дебулнова. Отец Иоаким вернулся 25 ноября 2005 года и привез документ «Резолюция епархиального собрания Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ», принимая во внимание, что примирение и воссоединение обеих частей Русской Православной Церкви, разделенных трагической историей Церкви в 20 веке, всегда составляло и составляет общее желание всех искренне верующих православных людей, в том числе и новомучеников нашей Церкви. Епархиальное собрание Ишимско-Сибирской епархии тем не менее выражает единодушное мнение о невозможности в настоящее время осуществить таковое воссоединение в силу непреодоленных Московской Патриархии канонических нарушений, доныне разделяющих нас, каковыми являются сергианство и экуменизм. 23 ноября 2005 год. Каждая епархия должна представить 4 делегатов, 2 от духовенства и 2 от мирян. На соборе будет около 130 участников. По наказу митрополит имеет право пригласить от своего имени 10 делегатов. Не падают, ласкаясь от друг к другу, мерцание света светом дополняют, то в радуге цвета, затянутые туго, невидимы в ночи, а только днями. И каждый цвет по-своему красив, но ярче, красочней, по-праздничному красный, пасхальный всплеск так радостно сносить, не только девицу, но красный угол красит. Мы словом красным выражаем радость, а он пугает бесноватых, буйных, напомнит лавой о гиене адской, огонь солому выжжет не на гумнах. Под желтизною золотая осень приблизит жатву, старость и плоды, и милостыню, что голодный просит.
Богач отдаст все золото за капельку воды. Глаз радует посева зелень в поле. По нервам растекается блаженством. Обилием осенью амбары нам наполнит. Зеленый путь нам указует жестом. Синее небо — только океан. Он отражается в глазах младенца в люльке. Плывем мы в воздухе, что голубит слегка. В колодец фиолетовый не плюйте. В день солнечный близ радуги парит туман незримый. В переломлении свет сдирает некто и с него парик. Свет разложился в наготе планеты. Мы видим часть печати Иеговы. Не быть потопу — лучшая подкова, подвешенная в воздухе на счастье. Надежды радужные в семицветье Пасхи, но сбудутся лишь те, что в Библии открыты. Нимб радуги престол Христа украсит, поток восторгов выльется в молитве. 28 октября 2005 год. Игнатий Лапкин. Благодарю за внимание. Спаси Христос за помощь. С Богом. Спасибо.